Обалдеть. Вот это масштаб, наверное, 1:43 вот здесь. Я думаю. А вот здесь 1:18, 1:24, я так думаю. Вот везде вот это. А здесь у нас витрина с еще моделями. Тут даже Диагостиновские есть в закрытом состоянии. Победа тут у нас и так далее. Вон даже у нас газончик. В закрытом состоянии у нас находятся они все. Классик вот такой PAS-672M есть у меня. Правда, здесь, я так думаю, его доработали. А это еще одна серия Диагостиневская раньше была. Не помню, как она называлась, но была. А вот на этом болиде у нас гонял Марк Вебер. Я думаю, вы никогда не догадаетесь, что это за автомобиль. Даю вам 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, это у нас Ламборгини, еще одна. Это уже более-менее понятно. Ну а дальше у нас тут есть еще восьмерка, раллийная версия. Гоняли на ней Успенский и Зябло. А вот на этом болиде у нас ездил российский гонщик Формулы-1 Сергей Ромащенко. А вы теперь угадайте, что это у нас за автомобиль. Вот здесь вы точно не угадаете, не догадаетесь. В принципе, если я покажу вам значок, то... Что ж, готовы? Раз, два, три. Лада. А вот этот вот пожарный грузовик у нас из серии АМО. Это у нас американский грузовик. Как мы все знаем, то, что они появились и у нас в России также. Еще в советские времена, на времена Первой мировой войны. Автомобиль этот у нас 1928 года.
А тут у нас просто огромнейшее разнообразие спортивных автомобилей. В общем, их тут очень много. Стеллаж. В общем-то, вот.